под аккомпанемент «Дождя». Те, кто принял участие в завершающем областном субботнике, наверняка запомнят его надолго. В городском округе Щелково центральной площадкой стала территория вокруг прудов в микрорайоне Щелково-7. Участие в акции приняли и жители, и работники местных управляющих компаний, и сотрудники муниципальных органов, и депутаты-единороссы областной думы Владимир Шапкин, местного совета Павел Жуков. Конечно, погода сегодня не самая подходящая для субботника, но от работ по благоустройству территории не отказался никто. Тем более, что участников вдохновляют добрые песни и задорные речевки. Того, кто любит чистоту, с метелкой видно за версту. В Щелкове-7 местным жителям помог дружный десант из правительства Московской области. Команда Главного управления социальных коммуникаций. Настроение потрясающее. У нас есть дождевики, мы все подготовились. Очень приятно, когда есть объединяющие акции, такие как субботник, акция «Посади свое дерево». Мы с удовольствием своим коллективом приехали сюда и помогаем жителям Щелково убрать их любимый парк, озеро. Постараемся сделать, чтобы все было красиво. Уже много десятилетий сохраняется в обществе, безусловно, хорошая и правильная идея проведения весенних субботников. Преображать землю к лучшему после зимы приятно и полезно. Общеобластные субботники начались в регионе с начала апреля. Они проводились как на улицах и во дворах, так и на территориях учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения. Работали не только профильные службы ЖКХ, посильный вклад внес каждый, кто хотел. Сегодня, ну, действительно такая, можно сказать, трудовая патриотическая акция, все-таки точку жирную поставить перед длительными праздниками майскими в наведении порядка. Дальше надо его просто поддерживать. Поддерживать как со стороны наших управляющих компаний, тех служб, которые ведут эту уборку, но и жителями не мусорить и не сорить. Поддержать силой и не замерзнуть участникам субботника помогла армейская полевая кухня. Военные повара учли непростые погодные условия и тоже постарались на славу. Но не забывайте о том, что вас еще ждут замечательные сегодня мероприятия, такие как горячий чай, вода, замечательная вкуснейшая армейская каша. Поэтому вы обязательно должны ее попробовать. У меня к вам убедительная просьба. Мы туда столько тушенки загрузили. Просто огонь! Впереди объявленные президентом длинные майские выходные, которые включают в себя два больших праздника – Пасху и День Победы. Можно не сомневаться, территория, любимой жителями Щелково-7 зоны отдыха, отлично подготовлена к массовым гуляниям. Но это только начало. В ходе субботника с местными активистами пообщался глава городского округа Андрей Булгаков. Вместе они обсудили перспективы развития этой территории, чтобы она стала настоящим местом притяжения для микрорайонов Щелково-7, а также Финский и Богородский. Глава предложил с помощью старших по домам и депутата Павла Жукова провести сбор пожеланий жителей. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.